Это введение определенного белка и определенной инфекции в организме. И вот первые дни особенно, да, то есть какие-то будут такие ощущения где-то, там температура, болит рука будет, это как бы нормально. В принципе, не от хорошей жизни мы вакцинируемся, понимаете? Вот. И в первые недели после вакцинации надо, конечно, себя аккуратно себя вести, особенно первые дни, меньше контактов. В плане алкоголя себе, конечно, ограничивать, насколько возможно. Вот. Всякие сауны, бани, первые дни, пожалуйста, это не надо. Потом спокойно уже можете в свой рабочий ритм входить.